Всем привет, дамы и господа, меня зовут Мистер Пихто, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мое первое такое полноценное летсплей видео. Я уже снимал до этого несколько видео, но потом забил на это и вообще давно не появлялся на канале, но тут меня осенило. Есть такая классная игра, Days Gone, я ее себе скачал, купил официально в Стиме, все честно, и я решил ее пройти на английском языке, на максимальном уровне сложности. То есть Survival 2, у нас не будет худо, у нас не будет fast travel, и у нас будет повышенная сложность у противников. И, guys, только слушайте, Веста, только послушайте. Без единой смерти. Это будет нечто. Поэтому давайте начнем. Честно сказать, я уже примерно час поиграл в эту игру, пытался записать видео, но оно не зашло по звуку, мне не понравилось, я удалил, поэтому начинаем заново. И челлендж вот придумал только в тот момент, когда сдох пару раз в самом начале, подумал, а почему бы не попробовать не умирать? Графика в этой игре мне уже нравится, достаточно классная для того времени, классно портирована сюда на компьютеры. Я действительно играю первый раз в жизни. Ну, начало я уже прошел до того момента, как поджигают нашего с вами брата. Поэтому быстренько пробежимся. Начало. Первое видео будет такое вступительное, ознакомительное и пробное, скажем так. А дальше посмотрим. Кстати, нужно сказать, эта девчонка очень даже симпатична. Прям вообще вау. Прям мне нравится. Если бы она была в реальной жизни, вау. Это прям секси. Достаточно молодой такой ученый. Не знаю, ему на вид лет 25, наверное. Судя по фотографии. О, да. Пушка решает все, пушка решает все. Палец на курке. Палец просто на... Это на курке. Нет, не на курке. Нет, даже видно, что не на курке. Лол. Очень странно, что он говорит, что в вертолете место только для двоих, хотя вертолет был пустой. Типа, клише. Это клише. Да. Ну, бывает и такое. Чего уж поделать. Классная анимация у лиц. Такие татуированные качки, чисто typical biker. Where are you going? What? Where? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. И перстень классный. Ну, только он, наверное, спадет с ее руки. Ну да ладно. Хотя бы кровь вытер, я не знаю. Она сказала нет. Чему? Тому, что перстень не вернется, и тому, что он не придет в вертолет. Не понимаю. Судя по всему, тому, что он в вертолет не попадет. Мол, типа, нет, он не будет. Типа, фиг с ним. Ну, такое тоже может быть, почему нет. Day is gone. Oh, shit. It's gonna hurt. Ладно. Жизнь после, да, по-моему, в русском языке это называется. Не знаю почему. Типа, по сути, здесь даже есть счетчик дней. Типа, сколько осталось до чего-то. Очень странное название в русском языке. Ну да ладно. Поэтому не люблю играть на русском языке в игры, потому что переводит надо так, что вырви глаз, вырви уши, кровь течет. Вообще, кошмар. У меня что-то подлагивает немножко.
Странно, не должно. Ну ладно. Надеюсь, вам не сильно заметно. We lost him. He can't be far. Wait, hold on, cut your engine. Так, они кого-то потеряли. Ой, вот эта жесть. Она, наверное, долбанулась на мотике в эту штуку, да? Еще и выжила. Ну, наш шлем носить. А, безопасность, все дела, ребят, пристегивайтесь. А, на мотоцикле не пристегнуться, поэтому шлема там хотя бы. Чтобы у вас был шанс. А, я за безопасное движение. Ну, если у вас есть ремень на мотоцикле, тоже пристегивайтесь. Чертов Леон. А вот это, наверное, Леон и есть, да? Да, это, наверное, он и есть. Ну, сейчас будет погоня какая-то. Ну, давайте. Давайте первый раз на мотоцикле погоняем тут на мотиках. Вот. Прям Mad Max какой-то. Да, погнали. Так, что там? Блин. Так, нажмите я. Нитро! Брайан О'Коннор! Доминик Торетто на мотоцикле! О, еще и стреляет по нам. Ой, ой, попал в меня. Первый раз, когда он в меня попал. Типа, я первый раз, когда игру играл чуть-чуть, ну, не попадал, тут попал. А еще тормозить, будет ли еще тормозить? Ну, это скрипт. Скрипты, конечно, дают о себе знать. Окей. Ну, понятно, что игра заскриптована. А, тут надо прыгнуть. Окей, ну, давайте прыгнем. Это еще и перданем. Вот так, найс. Вот, бузер, я тебя догнал. Ого, он попал в бузера. Во бузера попал. Так. Так. А чё мы его догнать не можем? Давай, 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 давай. Бузер, догони ты его уже. Вууу! Бамс. Ай, хорошо. Так. Олени с дороги! А, давай, давай, дробачом в него. Ага. О, он попал. Молодец, молодец, молодец. Метку стрела. Достижение метки стрелы заблокировано. Так. Ну что, нам надо остановиться. Ого! Бамс! Эй, чувак! Чувак, ну зачем ты по моей тачке-то стреляешь? Мотоцикл. Ну что он тебе сделал-то? Мы даже тебя не догнали. Ты сам остановился, еще стреляешь. Это нечестно. Это нечестно. Так, он пошел туда. А как ты понял, что он туда пошел? Типа у тебя чуйка, что ли? Ага, трекинг. Понятно. Мы можем сейчас его отследить. Ну давайте отследить. Да. Ага, вот ты. Ой, у меня 34 хп всего. 34 хп. Так, надо захилиться. No, Leon's been fencing shit with Copeland for a long time. Finally caught up with him. Так, ладно, ну давай я за тобой побегу. Все равно знаешь, куда идти, судя по всему. Hey, hey, wait, wait. Hold up, hold up. Так, и чё? Shit. А, ты не знаешь, куда идти. О, смотри, тут что-то тут лупа какая-то. Давай посмотрим, что за лупа. Wait, 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 here. Ага, о, шестое чувство. Он туда побежал. Ну ладно. А здесь есть что-нибудь? Так, тут я что-то... Так, ну давай туда... Ну пошли туда. Давай, давай за мной. Следы свежие. Where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Так, ты научился, когда с отцом ходил трекинться, понятно. Так, лагерь какой-то. Ого! Ой, попал по мне опять! Дерьмо. Ну, скрипт, конечно же. Я хотел спрятаться, а скрипт сработал. А, патроны закончились. А-а-а. Лузер. А ты че не стрельнул? Ну, правильно, патрон надо экономить. Так, а что теперь? 20 хп, у меня всего 20 хп. Son of a bitch can't aim worth a damn. Так. Son of a bitch. Так. Судя по всему, здесь где-то сворм есть. Ну, точнее, это, как она правильно, толпа, да, вот это. Так что теперь будем очень тихо
Надеюсь, наш напарник не тупой и стрелять не будет. Потому что мы все знаем, что зомби любят выстрелы. Точнее, когда ты стреляешь, они... Ого! О, патронов у меня на них точно не хватит. Даже если хедшоты раздавать. Такая толпа, кошмар. Надо, короче, потише быть. Надеюсь, надо туда... нам прям туда надо идти еще, да? Найс. Ну, я туда хочу. Нет, я лучше... Блин, а вчера не туда надо идти. Ну, дерьмо. Ну, ладно. Так, ну пошли туда тогда, чё. Так, что звуки? А, флешбеки. Ага. Понял. Ладно. Так, опять катсоны. Ой, нифига, он истекает кровью. Так. Только не вздумай стрелять по нему. Я не хочу умереть от зомби сейчас. Блять, челлендж пройти игру без единой смерти, чувак. Это прям тупизм. Если в самом начале я вздумал. Ага, еще и пулю на нее не хотел брать. Так, где она схрон-то? Он такой добряк, типа, скажи нам побыстрее, мы тебя побыстрее прикончим. Типа, никаких проблем. You got a little problem here. See, they can smell your blood. Чувак, ну ты же можешь заразиться всякими заболеваниями, если эта кровь будет тикать. Torn apart. Хотя ты и так байкер уже. Yes, he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no. I got it right here. Take it. Бумажка какая-то. Ты чё там? Where? In the cemetery. In the old cemetery. О, надо теперь на кладбище. Ага. Thank you. No, you said. I don't wanna be buried in pet cemetery. Только не стреляй, пожалуйста, чувак, это же глупость. У тебя там зомби дофига, ты сейчас выстрелишь и все, патронов не хватит. Do it. Я не подбирал, по крайней мере, еще. You goddamn liar. Do it. О, идиот. Ну и что, нам теперь текать надо, что ли? Теперь будем бежать отсюда. Вон зомби все проснулись там уже. Tuxedo needs something for the bounty. А, шапку. Шапку стырили. Так, нет, тогда мы не пойдем. Давай-ка убираться отсюда. Просто пошли отсюда. Да, я понял. Уходим отсюда. Нам надо вернуться к байкам. Ну, давай пошли отсюда тогда. Давай будем возвращаться к байкам. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Hey, hold up. Так, I'm gonna search this camp, see if I can't find something to fix up this crash. Так, теперь посмотрим, что тут есть у нас. О. We can make something out of this. Так, что тут этого можно сделать? А, бандагу. Нажмите ка. Нажмите Q. Так, medical. Craft, окей. Так, я теперь захилимся еще. Найс. Что у нас по ХП? 70 ХП. Нормально, окей. Так, спринт потребляет стамину. А, то есть бегать, короче, ограниченное время нужно. Я, судя по всему, надо бежать. Ладно, хорошо. Пока линейно все, пока все линейно. Никакой свободы действий. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties into Tucker. Еще охота тратить. Все, стамина закончилась. Да, стамина закончилась. Найс. Так, а есть у меня еще хилка? Черт, бандаги нет. У меня 70 хп всего. Ну ладно, а патронов сколько? 14. Не густо. Jesus, I gotta get in shape. Это прям очень very bad. Прям very bad. Окей, найс. Теперь у нас есть байки. Let's get a ride, dude. Let's just ride, man. О, нет, у тебя что-то тикает. Вызывайте Эльдара. Эльдар, нужно починить мой мотоцикл. Нормально, подстрелил насос.
Let's just go back to насос теперь нужно искать. Так, ну я насколько знаю, автомобильный насос сюда точно не подойдет. В смысле, топливный насос. Автомобильный. Нам, скорее надо искать на моде. Насколько большая вероятность, что есть где-то в районе 3 километров моде? В апокалипсисе. Окей, какой-то Крэйзи Вилли. Ну, поехали к этому чокнутому Вилли. Crazy Willie's as good a place as any. Okay. Так, ну давай. Неси нас, Crazy Willie. Hey. Так. What did Leon give you? Map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Так, подожди, yeah. После байка мы поедем в cemetery. Окей. То есть прям квест понятен. So tomorrow, get the drugs, take them to Tucker, collect all Leon's bounty. Then I say we head north. Так, что наркотики? You think shit's any different up north? Хулиганы. Don't matter. I think you do us good. Осуждаю. Хотя, наверное, зомби апокалипсис без этого не обойтись. Ну, почти надеюсь, их не придется что-то делать. У меня всего 14 патронов. Явно не хватит. Hold on, something's blocking the road. О, Хаммер. Saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Нам надо подвинуть. Че, он весит 3 тонны, наверное. Так, мы можем двигать на Е. Окей, ну давай попробуем. На Е. Ну давай. 3 тонны, чуваки. 3 тонны. Водителю не повезло. Почему не взять тачку просто и поехать? Ого! Ого! Вот это. Так, и чё, дайте мне КУТЕ! Так. Ой, я что-то, я пропустил тут. Ого, перерез горло. Так, ага, вас не крест, окей. Настя, режь его. С топором на меня. Так, а я понял, всё. Три раза по голове ему дал. Ага, так. Настя, вот так. Так, тебе помочь? Ага. Всё. Чуть его не прирезал. А я могу у них оружие подобрать? Видимо, нельзя, да? Понятно. То есть тут пока не настолько все круто. Ну ладно, это же интро. Ладно, поехали. Три чувака зарезал. Ну ладно. Пока без смертей получается. Было бы глупо здесь сдохнуть от топора, конечно. Что проехался там. Ну ладно. Slow down. Так, мне это не нравится. Тут надо типа остановиться. Дары какой-то. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. Тут туда зайти, посмотреть, там что там такое. Что, можем так делать? Я могу вообще. Ой, туннель какой-то. Вот это вообще мне не нравится. Shit, how you wanna do this? Да. Let me your shotgun. I'll walk point. Ну да, конечно. То с дробачом тут сейчас будем гулять. Так, ладно. Сколько в дробовике у нас патронов? Так, в дробовике у нас сколько? 15 патронов. Окей. Так. Looks like that checkpoint had backed up pretty good. Нет, я уже опытный человек. Играя в зомби-шутеры, я флешпоинт точно не буду включать. Что это точно привлечет кого-то. Слышь, и ты тоже выключи свет. Так, можно ли тут багажник открыть? О, можно багажник открыть. Так, что тут у нас? Один рак нашли. Можно ли скрафтить нам теперь что-нибудь? Нет. Ладно. Давайте еще будем искать. Нам, короче, нужно найти, чтобы захилиться. Это раз. И патроны было бы неплохо найти. Давайте сейчас будем каждый вообще багажник проверять. Так, тут опять, короче, просто тряпка. Так, двери нельзя открыть, да, тут. Ага, а тебя можно открыть? Так, тебя нельзя открыть, понятно. Так, возьму-ка я на прицел. Тут тоже ничего нет, да? Свет выключи. Так, опять какая-то катсцена. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Что-то воняет. Этот байкер похож на шведского актера, который снимался у Линдемана в парочке клипов. Я не помню, как его зовут.
но он классный такой актер. А, он еще играл в Джонни Уике первом. Тоже по-русски с ним разговаривал, типа «Баба Яга». А я не помню, как она ездила, что-то там. Шпеш, сервисты. Так, сейчас забудь, да? Хедшот! Три патрона! Это, ну как это? Я просто потратил зря. То есть вместо двух я потратил четыре. Это плохо. Чего ты беспокоишься, что я его дробовик сломаю? У нас апокалипсис на улице. А ты беспокоишься, что я твой дробовик сломаю? Серьезно? Так, сколько у нас патронов? Ну да. Перезарядим. Сразу перезарядимся. Так. It's not your fault that she's dead. Drop it. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Так, Сара умерла. А, Сара — это жена наша, да? Та чуйка. Она умерла. Печально. Ладно. Какой смысл нам тогда тут что-то выживать, если жена умерла и все? Ради чего? Так, можно ли открыть это? Не-не-не, ты давай дробовик не убирай. Че это? Я не хочу тут умереть. У меня, значит, ой-ой-ой. Хедшот. Так, надо выключить сирену. Okay, надо выключить сирену. Давай быстрее. Пока толпа не набежала. Как долго анимация вернулась. Так, все. Хорошо, окей. Патроны. 6 патронов. Так, очень все плохо. Так, у нас 6 патронов осталось. Тут есть что-нибудь? Так, тут ничего нет, да? Понятно. И тут не открыть, да? Ага, хорошо. Так, тут тоже ничего нет. You're not getting your bike through there. Опа, ама можно найти в полиции. Точно. Полицейская тачка. Окей. Может быть, там есть ама? О, ама бокс. Так, ама бокс нашли. Хорошо, отлично. Что тут у нас еще есть? Так, нам туда не пройти. Багажник это тоже не открыт, да? Окей. Так, нам, походу, надо это обойти. Нет, нет, не убирай. Что-то я погорячился. Так, тут никого. Опа. Так, а мы, наверное, сейчас можем скрафтить что-нибудь, да? Можем скрафтить бандагу. Отлично. Заюзаем сразу бандагу, чтобы захилиться. Отлично. Что у нас по хп? 100 хп, отлично. Больше шансов на выживание. Так, кровь здесь. Мне это не нравится. Тут кровь отсюда течет. Ну да, конечно, естественно. Ну и да. И... Куда я? Давай ножиком его, ножиком. Ну так вот, так. И добей его, добей. Вот так вот. Вот, хорошо. Запомните, зомби нужно убивать только в голову. О, бандага. Класс. Есть. О, еще хилка. Так, сразу скрафтим хилку себе. А, пока есть время. Так, крафт. Раз. Все, закончилось. Понятно. Ладно, две хилки у меня есть. На всякий случай. Так, пока тут чисто. Так, что у нас? Тут ничего нет. Так, может быть... Ой. А тут я могу пройти? А там сигнализация в машине. Йо-ка-ла-ма-на. То есть, если мы сейчас эту подвинем... It's a trap! It's a trap! Ну ладно, видимо нечего делать. Ладно, давай. В одиночку аккуратненько двигаем твою тачку. Удивительно, что она там не на ручнике, там у нее не электронный ручник какой-нибудь. Ага, ну да, естественно. Так, отлично. Раз. Так, все. Быстро. Так. Быстрее открывай. Давай. И снимай эту штуку. Вырывай аккумулятор. Провода нафиг. Хорош. Так. Патроны сразу перезаряжаем. Перезаряжаем.
Опа, 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 что-то есть. Давай собираем. Так, скраб собрали. Так. Тут мне не нравится. Зайдем сюда еще. Так, зайдем сюда. Так. С тенями какая-то проблема. Там есть что-нибудь? Так, опа. О, тут столько мест, столько скрапа. О, бандага еще одна. Опа, это что такое? Йо. Чувак совсем, видимо, решил это не доставаться никому. Так, тут больше ничего нет, да? Ладно, выходим сюда. Ага, пошли. Ты выключи фонарик, а? Ты сейчас их привлечешь сюда, у нас проблемы будут. Так, ладно, я сначала залезу сюда. Почему ты стал по ним стрелять? Они не нападают же на нас. Это скрипт, наверное, какой-то, да? Ты же попасть не может. Хэдшот. 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 Так, господи. Ну да, и ты перестреляешься. Чувак, попади по нему, пожалуйста. Ладно. Так тоже пойдет. У меня осталось 6 патронов. Вон тут еще полицейская тачка. Так. Это вообще какой-то капец. Окей, у меня есть патроны. Уже радует. Нет, мы... Там что-то было. Давай зайдем сюда, посмотрим. Так, что у нас тут есть? А тут что-то вообще ничего нет, да? Это пусто. Ну ладно. Так. Так, о, туда можно забраться. Another nest. Да я вижу. Сейчас, подожди, я сюда зайду сначала. О, бандага. Так, я могу скрафтить что-нибудь? А, у меня 4 бандага, нормально. Так, что тут надо делать, more? А, я понял. Нам нужен молотов. Нет молотов. Нет молотов. Так, open wheel. Almost craft. That'll do it. То есть мне надо туда закинуть, да? Ну, гори-гори ясно. Так. Я только прицелился. Сдохните. Так, он сказал, give me a sec. Зачем тебе секунда? Так, ладно, давай залутаемся. О, еще бандаги. Отлично. У нас теперь хотя бы... Сколько хп вообще у нас? Туда можешь попасть, нет? Или типа нет? Ну, вообще должно быть. Если тут горит с двух сторон, то, наверное, туда надо зайти. О, догорело. Так, давайте зайдем сюда. Может, тут что-то есть? Какой-нибудь лут? Тут что-то вообще ничего нет. Это пусто. Вот что такое? Пуля какая-то, да? Что-то вообще... Так, шестое чувство, что-то не работает. Вообще пусто, тут нифига нет. Так, ну вроде мы все тут залутали. Ладно, поехали тогда. Давай, убираемся отсюда. Let's go, dude. Just drive. I've been thinking about what you said about riding north. Just saying, you need to get away from here. Clear your head, you know? In the morning, let's turn the bounties. Америка на севере классная. Well, yeah, brother. Now you're talking. О, мы приехали, да? Отлично. Так, катсцена. Это мне не нравится. Wanted a freak show. Ой, сколько их тут. Shit. Place is crawling. Какая тут? О, еще тут на крыше там. Какие вообще красотки. О, что едят друг друга? Каннибалы! Что за нелюди? Будьте людьми! Да, но у нас ammo, правда. You just ride on through. You pull as many of them off as you can.
and I'm going through the back, down that hill, find the garage. Shit. Офигеть, план. Да. Офигеть. То есть мне надо проползать через эту толпу ублюдков этих вот самых. Офигеть. Найс. Ты проедь, а я проползу. Окей. Что-то немного за ним побежало. Так. Можно как-то по горам там, я не знаю, куда попасть. Так, во-первых, я пойду вот так вот. И вот так. Go on. Get out of here, you little shit. Так. Что-то... Может, просто по дороге туда пойти? Типа, я не знаю, что-то как-то мне стрёмно. Ладно, надо идти-то вообще. Мап. Так. Найс. То есть нам надо просто вниз идти. Ладно, пошли по дороге тогда. Что-то я как-то стремаюсь. Так, они меня спотнули, да? Ага, ну, это... Так, аккуратненько по дороге. Надеюсь, я на кого не напарюсь. Какая там? Так. Офигеть их тут. Так, походу какой-то нест. Так, эти что-то не нападают, ладно, это уже хорошо. Может, я спокойно смогу просто проползти, ну, как-нибудь. Не привлекая к себе особого внимания. Так. Давай попробуем тут пройти. Ой, там кто-то есть? Кто там кроет? Блин, там полицейская тачка. Вообще максимально все это тяжело тут. Максимально фигово. Ладно, может через дом попробовать? Давайте попробуем через дом. Надеюсь, тут никого нет. Так, тут лук какой-то. О, соберем заодно вот и бота. Так, я, наверное, мало достать, не могу. Так, ну что, тоже максимально? А, у меня бандаги максимально, понятно. Так, а если я дверь открою? Тут потихо. Так. Так, тут вот полиция. Блин, вообще как страшно. Ну сюда иди. Еще дверь закрылась. Так. Можно как-то от них избавиться? Так, попробуем обойти. Надеюсь, что все будет нормально, если по-тихому. Не привлекай внимания. Так, пока все. Пока план удался. Так, как думаете, да? Ага. Как думаете, да? Так, это мне нравится. Ой. Твою мать. Так, я нашел гараж, но у меня за мной преследование. Ладно, он вроде не пошел. Стамина, у меня стамина закончилась. Так, давай на крышу сразу.
Пиздец. О! Сори, детишки. Так, перезарядка. О! О! Черт. Блин, надо заделиться. Точно хил. Почил. У меня патроны закончились. Ладно. Патроны закончились в самый неподходящий момент. Хедшот. Ёкало на меня. Это жестко. Это жестко. У меня нет патронов на дробач. Как же. Все плохо, все очень плохо. Крафт. А, не могу больше, понятно. Не бросай, пожалуйста. Лучше возьми пистолет. Будем с пистолетом ходить, потому что это какой-то пипец. А это звуки вот эти. То есть тут где-то зомби есть, а я их убить не могу. Ты видишь зомби? Нет, они есть. Это из этой истории. Так, сразу перезарядимся. There we go. Так, что еще у нас тут можно скрафтить? Так. О, тут что-то есть. Ригон. Что за ригон? Ну-ка, подбери ее. Что это? Что ты делаешь? Ты что, подобрать не можешь? Сигнал. Туризм. Коллектибл. А. Кто-то коллектибл. О, тут может быть патроны есть. О, отлично. Отлично, патроны. Так, 3 только для шотгана. Ну ладно, хотя бы 3 тоже неплохо. Gotta be a fuel pump in here somewhere. Так, нам теперь нужно найти насос. Давай посмотрим, где может быть. Так. Скраб соберем. Еще скраб. Так, ищем дальше. Что тут? Машина. Вот тут что-то есть. Рак. Можно что-то скрафтить? Крафт. Отлично, бандага есть. Troubles. Крафт. Отлично. Так, о, можно открыть. Давайте посмотрим, что у нас там в машине. Так, ну взяли. О, мотоцикл. Ого! Глушитель. Special Suppressor. Так, и что мне с ним делать? Что я могу с ним сделать? Как я могу его скрафтить? Тут найф. А я могу скрафтить. Traps. Special weapons. Ага, видимо, я не могу ничего с ним делать. Ну ладно. Но у меня есть глушитель, это хорошо. Типа я могу теперь потом куда-то поставить глушитель. Окей, отлично. Вот, возьмем памп. Boozer, you there? I found the part. I'm heading out to the highway. Так, теперь мне нужно отправиться на Риппер. Ага. Так, нашим другом что-то случилось. Не нравится мне, да, это плохо пахнет. Так. Риппер. Boozer. Ладно. Boozman. Так, нафиг отсюда. Hang on, Boozman, I'm coming. Вот это мне нравится. Опа, опа, птичка, птичка. Так, мне это не нравится, там что-то происходит. Так, оценок. Ого! О, господи! Жесть, какой трэш! Это, наверное, так больно. Ну что терпит? You must be brought low, biker man. Я думал, сука, я должен замереть. Ай, жесть. Капец, я даже галки тоже бою как волка. Тут такая фигня еще вдруг. Капец. Зачем они это делают? Как их толкать? Так, ковер. Окей. Так, можно стрелять, если их под ковер получится.
Так, это всё. Хедшот, хедшот! 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 О! Так, перезарядимся. Офигеть! Просто... Только хедшотами надо здесь играть. Господи, ой, какая у него ужасная рука. Это, наверное, жёг четвёртой степени. Ой, нифига там их! У меня реально патронов-то не хватит. Типа это ДДМ. Всё, Day's Gone. Просто. The last day. Да, чувак, сейчас не время на руку смотреть, нам бежать надо. Да-да-да, просто не смотри, просто на байке бегай, все будет нормально, все, мы тебя спасем. Отрежем руку, все будет нормально. Ой-ой-ой, давай, гони. Йо. То есть это мы, короче, спасли своего друга. Ага, и при этом еще... Ой, слава богу. О, приехали туда-то. Hey, why don't you wait out here? Let me make sure it's all clear. Screw that. There's a bunk calling my так. Name. All right, pretty much like we left it. Why? Not like there's much to выглядит как чекпоинт, типа как хижина. Just gonna reintroduce myself. Да, тебе надо что-то сказать. Ты не очень. Поспи немножко, может рука захилится. I'm gonna go out, find some shit for your arm, you get my bike. You gonna be okay? У меня же аптечка есть. Yeah. Мы же подобрали аптечку. Че, не захилить никак? I'll head over to that neuro checkpoint. They gotta have sterile bandages and painkillers. Don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. А еще пешком, когда день? Понятно. Got some ammo if you need it. In the footlocker. Отлично, у нас патроны есть. Thanks. Отлично, классно. Hey. Don't take my shotgun. Ага, еще и шотган тебе вернуть. Серьезно? Ну, окей. Okay. Фигурально выражаясь, right. Пистолета попасть в голову проще, чем шотгана. Thanks, brother. Just feel kind of. Поэтому надеюсь, он тебе пригодится больше, чем мне. Ну вот и все, дамы и господа. Это была первая серия прохождения игры Day's Gone на максимальной сложности без единой смерти. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.